Итак, едем на ТО. 310 тысяч километров отбежали. Будем делать ТО. ТО делать будем. Так. Опа. Значит, фильтр салонный, фильтр воздушный, ремень, масло. Масло. Вроде как все. А там посмотрим, что дальше. Есть, садимся и уперед, и поехали. Так. Опа. Мотор. От винта. Раз. Переключаем. И с Богом. С Богом, с Богом. Мы помчимся. Мы помчимся на ТВО. Там защита или лючок есть? Нет, лючка нет. А, есть, свободно, защита не мешает. Тут, собственно, не защита, а это, пластиковая. Так что она только от воды и грязи защищает. Фильтр. Набор рыболова. Друг рыбалка. Надо гарпун забросить. Чует вот этот вот холодок. Вернее, она очень хорошо чует именно холодок. То ли когда-то она там, допустим, переохладилась, то ли хрен его знает что. Короче, сразу все это сарай. Все видно. Че как, да? Так, ну что, сколько там в наличии? Наличие. Ну что, масло подъедает. Подъедает, я литрик залил. Ну, литр это на сколько километров? Ну, на 10 тысяч как раз. А, ну, это, в принципе, для такого объема. Ага. Это нормально. Ну, что? Нормалек, да? Полуровня показывает. Полуровня. По внешнему виду, как уже масло подошло, да? Да ну, в принципе, масло прозрачное. И пошло масло. Это уже столько много налилось. Да это мало. Сколько вообще в него идет? И масло такое, я вижу, жидкое, да? Ну, жидкое, потому что это. Ну, честно сказать, видел я и пострашнее. Пострашнее. По цвету. Вот. Ага. Оно, конечно, цвет изменило, но оно прозрачное. Нормальненько, да? Ну, я особо не довожу. Слегка карамельное. До того, чтобы она вообще тут такое. Вот положено, как там, 10 тысяч, значит, до 10 меняю. Вот оно. Значит, ну, сейчас... это поскоблили. Вот грязи, сколько я наскоблил, целое это. Это все от масла. Это когда да. Хреново масло. Сейчас тут есть. Где-то фотка. Вот он. Еще не чищенный. В крышке какой слой стоит. Это вот масло еще... сливает. Вот на... внутри крышку я открыл, пока не трогали.
все закипело какое-то, как, ну, как вон, налет такой, каким-то. Да, да. А масло чистое, сливаешь. Оно уже туда прилепилось, а надо, чтобы это все отмылось. Вот, вот это все. Вот этого там не должно собираться, если это нормальное масло. А мне какой-то другой фильтр дали. Ну, сейчас посмотрим. Такой. Вот, сквозь отверстия маленькие, которые по... Вот это диафрагма, да? Да, резиновая. Ну что, пойдет тот фильтр. То есть они все смотрели по этим, по каталогам, по всем этим винам. Диафрагма, вот я в себя идет, туда дую, нет, она не дает, короче, вот масло через них поступает фильтр, проходит через это и через центральное отверстие выходит в систему. Теперь, когда заглушили мотор, масло стремится, ну, жидкость стекает вниз. Она проходит, вот эта диафрагма не, закрывается, она не дает, ну, клапан, не дает. Немножко короче, чем родной. Немножко так, короче. Ну, что это может означать, допустим? Площадь, ну, фильтр-то бумажный, обычный бумажный фильтр. То есть, значит, площадь фильтрующего элемента немножко меньше, чем... Эпсилон-долга, да? Да. А то, что он короче, это... Ну, короче, это значит, что и фильтр внутри тоже короче. А, то есть вот это нарезка элемент. Этих. Ага. Вот, соответственно, значит, немножко площадь не меньше. Ну, в принципе, это не принципиально. Анатолий Петрович, вот такой еще вопрос. Вот, допустим, там, ну, рекомендуют вот тойотовский, допустим, фильтр масляной. А если там какой-то вот другой фирмы аналог ставишь? Ну, в принципе, у них, ну, функция одна. Одна и та же, да? Да, устройство, конструкция у всех в основном одинаковая. В принципе, есть немножко разница, скажем, джемовские, у них клапан находится на насосе, а в основном у всех, нет, на насосе редукционный клапан есть, само собой. Это когда, скажем, передав идет, он часть масла сбрасывает, чтобы давление не было запредельным. А есть клапан, чтобы когда мотор стоит заглушенным, двигатель, чтобы из системы масло не сгоняло, ну, не стекало, когда долго стоит машина, масло из системы понемножку стекает вот. В редуктор? В картер. В картер, ну да, вот. Картер. Так вот, чтобы этого не было, на фильтре есть клапан, здесь диафрагма. Она не дает. То есть никаких существенных различий нету. И на клапане, на фильтре второй клапан, да, есть. Когда он сильно забит, что не пропускает масло, чтобы не ушатать двигатель, этот клапан открывается, и нефильтрованное масло гонит в систему. Это вредно, но все-таки, ну, позволяет как бы... Спасти движок. Да. Эти клапана обычно у всех, ну, в основном у всех. Итого 10, это уже 250, блин, по пол-литра. Остается. Да. То есть машина продумана, все-таки вот есть продуманные, удобные в обслуживании, во всех этих вещах. А есть такие какие-то сделанные, что вот так вот
отсасывай, задолбейся. Ну да, это говорю, масло 20, а то и больше шприцов выходит. Он 20-граммовый. Но 20 грамм это немножко больше половины. То есть я беру под самый этот, значит где-то грамм 25 я выкачиваю за раз. И здесь сколько вы выкачали? Ну, может быть, 5-6. 5-6, ну не 40, да? Ну, нет. Сколько на спад, да? Синтетик. Как бы параметры соблюдены. Ох, какое оно это красивое. Медовое, да? Именно рекомендованное масло, которое положено. Он принес. Оно цветное. Вот сейчас не вспомню даже. Ну, если это 4,6, это вот это полностью надо заливать. Ну да, я просто... Это уйдет полностью, еще и оттуда, наверное, придется. Еще же мотор не заводился, система пуста, фильтр пустой. Сейчас, что я говорю... Мобил, у него два вида. Одно для автомобилей, ну, которые в сложных условиях, для спортивных, там, в сложных дорожных условиях, которые... Вот сейчас, вот, масло. Но сейчас долить еще надо, потому что, когда заведется, много забирает систем, тем более здесь... Двигатель большой, объем большой. Поэтому и система много забирает. А вот доливать потом... Если там будет она есть, допустим, вот это масло у меня уже кончилось, я могу там, ну, примерно там 5В, там 40 долить, не 30, это 40, а в я... В принципе. А я долью там 30. Вот это вот 30. Что рассказывают, там сворачивается, ага. Масло есть, масла, которые, причем это не от того, что... Их смешали. Угу. А от того, что качество этого масла такое, самопал какой-то, говняное. 2-3 раза мне попадалось. Оно, вот как сливочное масло взбивают, в двигателе процесс-то тот же самый, взбивание идет, вал крутится. И оно вот такими сгустками становится. В сметану. Да, получается сметана. Только даже не сметана, а масло. Только не сливочное уже. О. Именно, вот сгустками. Угу. А вообще, если масла нормальные, хорошие, вот это чешут, что там сворачивается или что. Угу. Самое хреновое
минералка, ну, я имею в виду, самое минеральное масло и самое лучшее синтетическое вообще смешиваются без всяких проблем. Проблем, да. Если эти проблем. Если эти масла действительно настоящие. Настоящие, да. Хорошо. Ну, верим, что это корейское масло. Желательно, конечно, доливать то, что там было. Угу. Ну, так, надо завести. Так. Как вот это считается нормальное? Вот она завелась. Да. То есть свечи нормальные, да? Значит, это просто открыто, и я не пристегнут. Ну, это я вот вижу, это. Да. Оно заглушить. Просто включите зажигание. Вообще присутствует эта лампочка. Выключить? Да. Ну да, она это, я помню, я ж это доливал, она это включается, что низкий уровень, она показывает, написано, низкий уровень масла. А, ну. То есть такая функция. И когда, если вдруг ситуация аварийная, то есть пропало давление, вот тогда она сигнализирует. Пока сухо, но он еще не стек, пусть минутку-другую постоит, стечет. Ну тут вот. Сейчас. То есть систему разогнало масло по системе. И осталось, а было вот как. Еще будем доливать. Ну, да. Хотя бы те, что там написано 4,6, надо залить. Это что сейчас смотрим? Да, смотрю ходовую тут немножко. Ходовую. Втулки, шаровые, наконечники. Что там, стоит там смазывать что-то там? А тут нет никаких. Нету, да? То есть в этой машине тут? Да. А сейчас смотрим, что там разболтано, не разболтано, да, эти. Ну да, вот я сейчас. Стойка стабилизатора, ну вот, скажем, у любой машины первыми, из ходовой первыми вылетают стойки стабилизатора. Угу. Начинает тарахтеть. А вообще меняли их уже? Да, это новые стоят. То есть были, я это поставил оригинальные, новые, на там. На 200 тысяч, что ли, ставил. Ну, такие мощнейшие, я не ожидал. Я как раз и на джипе менял, вот на том серебристом GX470. Так они в два раза тоньше на джипе, тут такие эти. Да тут, собственно, толщина стержня самого штока особого значения не имеет. Тут имеет значение, вот где пальцы стоят, как они заделаны. Потом они же это самое, это как его, поднимаются, это же это, пневматика, машина поднимается сантиметров где-то на 4. Ну тут, честно говоря, особо это делать нечего. Нет ни одной точки смазки. Нет, да? Кардан. Это задние колодки сейчас мерите, да? Да, смотрю. Что там видно? Даже задние чуть хуже, чем передние. Передние лучше. Не то чтобы сразу говорить, тем более, что у них есть датчик износа. Ага. Он вам просигнализирует в салон. Но приобрести уже стоит и ждать. Когда? То есть на следующий ТО, да? Ну, как минимум, да. Задние. Передние еще терпят. Передние чуть лучше, да. Ну, я бы советовал вместе менять. Обычно наоборот, передние изнашиваются интенсивнее. Ну, может быть, просто заменили. Просто, может быть,
Передние уже меняли, а да, задние? Да, а задние еще нет. Да. Либо же передние уже, может быть, меняли несколько раз. Да, да, их а меняли. А задние, может быть, один раз, все-таки 300 тысяч. Ну, примерно так, как мы слили. Угу. Вот. По объему, сколько слили, мы примерно так. Сколько я залил? Ну, нормально. Меньше пыли было, да? А зачем туда вот это подходит? Это какой-то датчик, что ли? Это либо расходомер воздуха, возможно, датчик температуры воздуха. Нет, скорее расходомер. Это расходомер воздуха. Датчик массового расхода воздуха. По показаниям этого датчика составляется топливо-воздушная смесь. То есть положено, допустим, на 10 литров воздуха, литр бензина. Вот поэтому. Если он ерундит, допустим, неверную информацию о количестве воздуха дает, она будет неправильно. Кажется, чистый. Чистый это сверху. Потому что это идет в двигатель. А вот эта сторона. Она засасывается снизу. Я буду держать. Ой, вот. И отсюда оставлю. Нюхала автомобиля. Да. И дышала. С той стороны покажите. Патрубок одевается далеко, не должен сосать наружный воздух. Но
Это как говорится, за ленту. А это самое, как-нибудь из-за ленты там его можно обмотать или нет? Да, в принципе, можно сейчас принести. Обмотать пару раз, и мне кажется, она будет нормально держать. А от чего она могла? От нагрева или от чего она могла? Да бог его знает именно. Что у нее? Она ведь здесь вот вся трещина. Что у нас с ней там? Или она там вибрировала, или хрен знает что. Что она так надумала отрываться. Залепил, как новое стало, снаружи. Крепление, да? Отломали. Скорее всего. Ну, кто она? Так, еще раз пустить. Напихом, наверное, пихали. Она и это. И отвалилась. О, залезла. Ну, хорошо, на свое место стало. И будем мы на ты. Варваров к чужим машинам полным-полно. И будем мы на ты. Да, все, закрепилось, все. Затянулось, притянулось. Пусть пробуют они. Toyota фирма. Фирма. Пусть пробуют они. Я просто подожду. Сейчас мы включаем машину. И обязательно будет датчик загорится того, что надо там поменять фильтр. И этот фильтр меняется. Вот, по-моему, надо нажать на off. Ну, давайте сделаем. О! Вот то и произошло. Фильтр поменят. Теперь мы нажимаем на авто. Все как положено, заработало. Фильтра поменены. ТО прошли. И отбываем. Все. Итого заняло время у нас практически 2,5 где-то часа. Ну, покатили. Вот и сделано ТО. В следующем году машинке будет 20 лет. 20 лет. Все работает. И это важно. Кстати, некоторые говорят, доводчики тут.
там какой-то там третий, там, как это, третьего поколения, пятого, десятого и так далее. Если доводчики сделаны так, как надо, смотрите, как они работают. Без всяких там лишних звуков. Все. Ни щелчков, ни хрюков никаких нет. Вот такие-то дела. Ну, еще разок посмотрим на салон. Салон 20-летней машины. Lexus. Смотрите, сколько места. Развалился тут, как барон. Граф, пан, князь. Шторочкой закрыл, чтоб ничего не это. Грубо говоря, динамики не портились. Не портились динамики там. Ага. Фильтр там огромный стоит сзади. Фильтр прямо у багажника. У багажника стоит фильтр. Это ерунда. Даже вот она. Шторочки. Зашторился. Еще разок. Если сделано, то оно сделано так, как надобно. Так, тут, там, здесь, все. Алькантара. Ну, так, как-то вот так вот. Как-то вот так вот, вот. Все прижалось, зажалось, закрылось. Вот такая вот машинка. Toyota Celsior, она же Lexus LS430.